конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Сизова Марина, Инков Святослав, 17 лет, гимназия номер 3, город Чистополь. «Враги сожгли родную хату», автор Михаил Исаковский, музыка Александр Иванов и группа «Рон». Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат, словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя, мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел». Никто солдату не ответил. Никто его не повстречал, и только теплый летний ветер траву манильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. «Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Зайдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам». И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил. Солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил». Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.